Рейтинг боя судья международной категории Пайрто Роднаев, город Хабаровск. Красного ринга Таисия Бородина, Тверская область. Синим углу ринга Лия Патлай, Ивановская область. Красного ринга, продолжение финального поединка, готовится Таисия Бородина, Тверская область. Спортсменка 2005 года рождения, представляет спортивную школу «Олимп» города Конаково, имеет первый юношеский разряд. Провела на ринге 70 боев, одержала 62 победы, выиграла обе международные встречи. Боксом занимается 7 лет, имеет первый юношеский разряд. Она финалистка первенства России 2018. Двукратная победительница первенства Центрального федерального округа России. Тренируется под руководством Сергея Никишина. Секунданта за ринг. Второй раунд. Синим углу ринга, к третьему раунду финального боя готовится Лия Патлай, город Иваново. Спортсменка 2005 года рождения.
7. Боксом занимается 3 года. Провела на ринге 22 боя, 18 добилась победы. Она двукратная финалистка первенства Центрального федерального округа России, имеет первый юношеский разряд. Тренируется под руководством Егора Зайцева и Дениса Акулова. Секунданты за ринг. Третий раунд. Приготовиться к церемонии награждения медалиста весовой категории 39 килограммов. Рената Виндалимова, Свердловская область. Виктория Шарова, Московская область. Надежда Фисенко, Краснодарский край. Ульяна Шакалова, Московская область.